Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Сегодня у нас с вами следующий урок. Мы продолжаем с вами изучать буквы. На прошлом уроке мы с вами познакомились с огласовками, с надстрочными и подстрочными знаками. Мы познакомились с вами с фатхой, то есть это такой знак, который пишется над буквой, как мы видим сверху буквы. И он дает звучание как краткий А, А. Мы познакомились с касрой. Это такой знак, который пишется под буквой, косая линия, дает звук И. И познакомились с огласовкой бомма, который дает краткий звук У. Я надеюсь, все выполнили те рекомендации, которые говорила, чтобы облегчить изучение букв. Сегодня мы познакомимся с вами с первой буквой. Но на самом деле нам для этого необходимо познакомиться с двумя буквами. Первая, как вы видите, здесь есть такой харф или такая буква, как прямая линия. Прямая линия в виде палочки, да, вот так пишется. Если мы будем писать, пишем сверху вниз. Здесь в учебнике нету косой линии, или, вернее, вообще линии. Поэтому трудно немножко. Но понимаем, что мы пишем его ровно. Этот харф называется алиф. Алиф. Но сама эта буква, сама по себе, она не будет звучать никак, кроме как сопровождение огласовок, которые идут перед ней. Про нее мы будем говорить позже. Но в данном примере у вас стоит над алиф во всех трех случаях, над или под такой знак. Знак, вот так. Да? Который находится или над ней, или под. Этот знак, по сути, это буква гамза. Гамза, она может принимать разные подставки для себя. Она может прыгать на алиф, она может прыгать на другие буквы, которые мы будем позже брать. Вот. Или писаться вообще без какой-то подставки. В начале же слова она будет всегда писаться вот только с алиф. Поэтому в учебнике вас знакомят с таким видом, когда она прыгает на алиф. Если сам звук, такой быстрый звук, это горловая буква, нижнее горло задействовано в район голосовых связок, мы их смыкаем. А, И, У, А, И, У. Важно, что при огласовке А мы не делаем широкий такой глубокий звук О, О, да, то есть это ошибка О. Также не следует широко открывать рот, открываем рот умеренно, и в общем все чтение у нас должно быть умеренно. Поэтому не говорим О и также не говорим Эй. Следующая ошибка, когда очень чрезмерно ее смягчают, и получается как «э». Нет. «А», «а», «а». То есть у нас получается «а», но не твердое. С касрой у нас «и», 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 «а», «и», «а», «и». И с ломой у нас будет «у», «у», «у». Тоже краткий харф. Важно, что когда произносите домму, округляйте весь рот и округляйте губы для того, чтобы правильный звук вышел. А, И, У. А, И, У. Ваше домашнее задание будет прописать алиф, соблюдая вот эту так, перпендикулярность к строчке. Также написать сверху или снизу
гамза, которая и будет этой буквой, и с ней огласовку, и научиться их читать. А, И, У. Обратите внимание, что когда гамза приходит с касрой внизу, вот второй вариант, да, она пишется под ней. То есть вот такой вариант, что когда гамза с касрой, она пишется под алифом. И еще раз. А, И, У. Ваше задание будет прочитать и прописать эти буквы и огласовки. Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.